снова в огне. Полигон твердых бытовых отходов Сьянова-1 вновь горит. Новые очаги возгорания были зафиксированы сегодня. На данный момент на объекте не ведутся работы и отсутствует техника. Районные чиновники, которые должны отвечать за объект, бездействуют. Напомним, на создание проекта рекультивации были выделены средства. 99% из них направило правительство Московской области и всего 1% должны были внести районные власти. Однако они процесс затягивают. Районный совет депутатов до сих пор не утвердил проект. И сейчас в опасности опять оказались простые жители. Мы будем следить за развитием событий.